Всем привет, друзья! Многие водители даже не знают, что для того, чтобы конусные подшипники не рассыпались, не гудели и ходили в 2-3 раза дольше, требуется регулировка. Если подшипник не регулировать, то появится большой зазор, колесо как бы будет люфтить, и подшипник разобьет. Он загудит и потом выйдет из строя. Для этого надо хотя бы пару раз в год поднимать машину на домкрате, вывешивать колеса, вращать колеса, слушать посторонние шумы, проверять зазор и наличие смазки. Давайте я сейчас подниму машину на домкрате и произведу проверку и регулировку подшипника. Еще раз повторю, что эта процедура касается конусных подшипников, которые под конус. На разных автомобилях может быть по-разному, где-то гайка, где-то болт, но сам принцип везде одинаковый. Сейчас приподнимаем машину и снимаем вот этот колпачок. Вывесили колесо, теперь слушаем, не шумит ли подшипник. Нормально все. Проверяем люфт. Люфт очень большой, даже слышно. Значит, здесь нужна регулировка. Так, давайте будем регулировать. Значит, люфт есть. Затягиваем гайку понемножку, пока люфт не пропадет. Можно покручивать колесо. Вот, люфт пропал. Теперь надо ослабить гайку. Прям чуть-чуть. И пробуем. Вот появился такой небольшой люфтик. Так вот, надо люфт сделать минимальным, еле ощутимым. Прям на грани исчезновения. Вот так вот. Все. Шплинтуем все. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!